Фотки. Я нажал сейчас вообще-то. А, видос пошел. Все, видос пошел. Да. Давай. Ромео. Было это не так уж и давно. Маленькая девчонка влюбилась в меня, но было той девчонке всего лишь 15 лет. И я ей тогда сказал тихонько: нет. Потом тебя я полюблю. Просто ты немного подрасти, немного подожди у входа к сердцу моему. Как только утро ослепит ее окно, просыпалась, и в мыслях я был ее. Каждый день твердила, что любит меня и что хочет быть со мной. Я отвечал все равно: нет, 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 не надо слезы лить напрасно. Может быть, потом тебя я полюблю. Просто ты немного подрасти, немного подожди у входа к сердцу моему.